Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 3 серии. Ремонт правой стороны машины. Итак, двери меняются, стойка с куском крыла тоже. Разбираю, пробую открыть двери, не получается, придется отпилить замок. И только тогда заднюю дверь можно будет снять. Итак, машина разобрана, начинаю ремонт. Первым делом сначала я все вытяну. Среднюю стойку, заднее крыло. Тянуть начинаю со средней стойки, ну а затем заднее крыло. Итак, на этом этапе работы по вытяжке я заканчиваю покамест и начинаю измерять все, что можно. Размеры беру с донорской части. Начинаю удалять поврежденный металл. Снял со средней стойки внешний металл, внутренний усиленный оказался в хорошем состоянии, решил его не менять. Дотягиваю стойку.
ремонтирую все поврежденные внутренние детали. Ну что, здесь я закончил, приступаю к разбору донорской части. Возьму только то, что мне надо. Донорскую часть примеряю на машину и подрезаю ее по стыкам. В места стыков вварил вкладки, и теперь можно устанавливать донорскую часть. Стойка средняя оказалась немного недотянута и немного вывернута. Дотягиваю. Устанавливаю двери и проверяю зазоры. Зазоры в порядке. Могу снимать двери и начинать сварочные работы. Для того, чтобы мне сварить это место, мне придется отровнять помятый металл, установить дверь, проверить зазор и только тогда сваривать. Итак, зазор нормальный, могу сваривать. Сварочные работы закончены, сварочные швы зачищены. Теперь устанавливаю двери. Двери установлены, и мне осталось отровнять только крышу. Крышу равнять буду при помощи споттера.
Итак, ремонт крыши я закончил. Установил остальные детали машины, бампер, фонарь. И на этом работа с металлом закончена. Разбираю и отдаю машину на покраску. Итак, машина приехала с покраски. Собираю ее. Итак, ремонт этого BMW закончен. На этот ремонт ушло 15 рабочих дней. 6 дней работа с металлом, 7 дней покраска, 2 дня сборка. На сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!